Сегодня в городе Корабелов завершаются гидравлические испытания. Это значит, что с горячей водой должны быть 100% жителей. Уже на третий день гидравлических испытаний началось возобновление подачи горячей воды в дома Северодвинска. К 6 июня она вернулась к 85% жителей. Возобновление горячего водоснабжения в Северодвинске в данный момент завершается. Работы ведутся при строгом соблюдении графика гидравлических испытаний, который был согласован администрацией города. До конца сегодняшних суток будет обеспечена возможность включения горячей воды во всех жилых домах города. В данный момент над этим работают специалисты всех гор теплосетей. За весь период испытаний на теплосетях выявили 121 дефект. Все повреждения устранены, внештатных ситуаций зафиксировано не было.